Ребята, всем привет, всем доброе утро. Начинаю свой новый влог. Стоим на какой-то стоянке. Не знаю, что за стоянка. Ты выйти хочешь? Так все закрыто, никто не упускает. Попозже сходим погулять. Не сейчас? Давай покушаем. Тихо. Будешь кушать? Да. Ну, спал полночи. Кажется, полночи спал. Вертелся. Что, нет? А куда ты пошел? Нету, нету тапочек. Ну так вот расположились. Как раз свернули. Сидим на одном сиденьке. Вкусно. Кушай. Еще как-то собрали матрас. Давид, посмотри сюда. Да, вот играй. Вот собрал пирамиду. О, все сломал. Давай собирать кису. О. Мишка, смотри, Мишка. Вот он. Смотри, правильно? Винни-Пух. Это Винни-Пух? Винни-Пух. Угу. Кто балуется? Кто балуется? Это та. Не хочешь играть? Ложись, спи. Осторожно. Закрывай глаза. Глазки закрывай. Не будешь? Да, я играть. Я не хочу. Пойдем подышим воздухом. Станция Кутельникова. Сейчас выйдем на улицу немножко. Давай пойдем прогуляемся, Давид. Давид.
Это не пугайка. Это бабайки. Что там, крючки висят? Должны были быть занавески, еще не успели повесить. Да, вагон новый совсем. Игрушку нашел, да? Двигай, считай. Скажи, один. Да, один. Два. Никак? Давай вместе. Один. Не, сам будешь? Ну, играй. Прыгай все тут. Держись, а то упадешь на пол. Кристина уже до Москвы осталось 400 километров доехать, да? Да? Все. Они уже почти приехали. И там 300 километров до Ярославля. И они дома уже. А мы завтра только будем дома, да, Давид? Что это? Никак? Упала кашка, да? Извините, полотенце не можешь подать? Упади. Не упади. Ложись. Ложись, поспи. Угу. Угу. Кака. Кашку? Сделать тебе кашку? Давид уснул. Тут что-то мы проезжаем, не знаю. У девочки остановка, только не знаю, что за остановка. Не видно. Поехали дальше. Была станция Розыш. Амирчик еще. Давидик еще спит. Пошли подышать свежим воздухом. Технический перерыв. Где-то час, наверное, уже. Но на улицу не выпускают. Стой здесь. Вот вышли подышать. Да? Тебе уже надоело здесь стоять? Ну, пойдем обратно. Пойдем? Пойдем. Мы пришли во вторую половину. Двери автоматические. Новый вагон у нас. Все автоматическое. Сейчас туалет освободится. Покажу тоже туалет.
Мы уже здесь стоим как... Потом у нас стоянка Мичуринской почти час, 52 минуты. Ну там тоже покажу сам вагон, что есть внутри. Так, все, постоял? Сейчас жарко, вообще не выносимо. Вот вышли прогуляться. Он весь вспотел. Я тоже, еще и простуду у меня выскочила. Ну так, девочки, выглядит туалет. Вот так водичка с нажимом течет. Здесь мыло для рук. Нажимаешь, тоже давается. Вот. От убери ручки. Вот. И вот так вот смывается. И вот так туалет смывается. Туалет довольно так чистый, хороший, за ним следят. Все. Ведь на полу ни воды, ничего нету. Девочки, я простудами покрылась вообще. Ну, пойдем, Давид, давай ручки помоем. Давай. И пойдем сейчас, девочки, я ручки помою и пойдем. Стоянка в поезде душно. Кондиционер работает только когда поезд едет, когда стоит, он не работает. Да. Сейчас я умою Давидика, чтобы ему полегче было. Снимай. Помочь? Застегнуть? Да. Девочки, выпала возможность заснять. Соседи как раз ушли, они сейчас выходят. Сейчас здесь Воронежская остановка будет, не помню, как называется. Ну, в Воронеж едем, проезжаем. Вот. Вот так выглядит купейный отсек по плацкарте. Там мы с Давидиком спим. И у нас здесь есть вагон новый. Здесь такие вот решеточки. Ну, они у всех. Свет включается. Где тут? Вот. И выключается. Так же делается яркий и потемнее, потускнее. Вот. Все такое удобное, все новенькое, розетки у каждой постели есть. Столики очень удобные. Да, у нас тоже две розетки с той стороны и с той стороны. Одна наша розетка, вторая розетка идет на ко второй полке. И также здесь на второй полке там есть розетки. Также лампочки есть. На второй полке USB-шные розетки. Вот вешалки. И вот такое место. Место для багажа. Очень много, кстати, места. Удобно. Мы ехали в Анапу тоже в новом поезде. Тоже такие же места были, очень удобно. Только единственный минус — у них постельное место. Постель очень узкая. И по длине, и по ширине. В старых вагонах шире постельное. Это спальное место. И длиннее. Да, присели тут. Сейчас посмотрим. Да, жалюзи тоже есть, опускаются до конца. И кондиционер есть. Работает только, когда поезд едет. Когда поезд стоит, кондиционер не работает. При движении работает. Вот, наверное, сейчас кто-то к нам сядет. Может, и не сядет, конечно, не знаем. Вот соседи не будут. Ну, сверху там есть тоже соседи. А нам еще осталось ехать. Сейчас сколько? Сейчас скажу, сколько время. Без 15:06. Ровно 12 часов нам осталось ехать. Да? Устал, Давид? Ой, спать хочу, я сегодня ночью поздно уснула. Наверное, уснула только в 3:00. Вертелся поначалу, сначала еле уснул, плакал. А потом вертелся полночи. Потом, конечно же, уснул. Выключай свет. Да.
так здорово ехать в окошко смотреть. Мне нравится. Вообще люблю поезда. Хотя во взрослой жизни первый раз еду. Ездила последний раз, когда мне было 14 лет в поезде. Получается, 15 лет назад. Ой, 14. 30 лет назад я ездила в поезде. Вот вообще изменились поезда, конечно. Не надо закрывать. Давид, да не надо закрывать. Ай, сейчас заругают. Заругают. Мы там идут, сейчас заругают. Закрыл, свет включил. Все, нельзя баловаться. Давай откроем. А то сейчас заругают нас. Открывай. Открывай, открывай. Давай помогу. Вот так. Высоко, высоко. Да, сейчас там белье заберут. Да? Тут небольшая стоянка. 2 минуты. Да? 2 минуты тут стоянка. Потом Мичуринский будет с 52 минуты. Вот там погулять сходим. Через час будет большая стоянка. Слышишь, Давид? Сходим погулять с тобой. Кто-то уже умаялся тут. Вот эта станция. Так. А, грязи называется. Вот. Грязи. Угу. Плохо, что здесь короткая станция. Стоит мало совсем. Не надо пускать, сейчас люди сядут. Да, и нам придется место освободить здесь. Нам никто не даст здесь играть с тобой. Сейчас сюда сядут. Да. Ой, ой. Чем мы только сегодня не позанимались. И побесились, и полазили. Но в обед проспал долго, 3 часа проспал. И уснул в обед быстро, не плакал. Надеюсь, вечером тоже хорошо уснет. А Кристинка уже в Переславе проехали с Порохом, с этим. Ну, они уже скоро, 7:00, но они будут дома уже. 7 вечера. В Ярославле. А мы только завтра утром. 7 утра будем дома. Давай откроем. Сейчас садиться буду тут, Давид. Стой. Вижу, приклеил. Аккуратно приклеил. Молодец. Через 20 минут будет остановка. 39 минут. Тогда, Давид, пойдем погуляем. Давид, сейчас пойдем погуляем. Да, сейчас остановка будет, пойдем погуляем.
Угу. Пойдешь гулять? Гулять пойдешь на улицу? На тапочки одеть. Где твои тапки? Тапки где твои? Доставай. Не знаешь? Доставай. Пропусти. Ой. Доставай тапки, доставай. Ну, на кровать-то не надо. Сейчас пойдем тоже. Подожди, Давид, в другую сторону пойдем, в обратную сторону. Мы тоже подъезжаем. Пойдем погуляем, да? Сейчас остановится поезд, то пойдем. Не включай. Сразу включу. Ой, мы на какой путь-то тут приехали, Давид. Ждем выхода. Сейчас открою двери и погуляем. Стой, стой, ты куда полез-то впереди всех? Ну что тут все выходят? Ты полез. Давай ручку. Все, мы сейчас находимся в Тамбовской области, Мичуринск-Уральский. Тут остановка 39 минут. Сейчас погуляем немножечко, да? Гуляем. Вышли на прогулку. На 30-минутную. Тут рядом есть Пятерочка. И Магнит на той стороне. Тоже выход в город. Это вокзал. Все выбежали погулять. Руками не трожь. Гуляй просто, ходи. Устал, что ли? Вставай! Взяли два пирожка, пирожок с картошкой и сосиску в тесте. 170 рублей. Пойдем. Девочки, время уже 8 часов вечера. Уже темнеет. Давидик спать прикладывается. Да? Я ему не даю. Никак. Так она, посмотри, она приключена, видишь? Ну все, ребята, Давид уснул. Спим на льду. На улице тоже ночь. Время уже половина десятого. Ну все, всем пока. Увидимся на новом уроке.